Вот, пришли на снимок сделать ребенку рентген. Вот она сидит, чудо пьяное. Просто в говно вот пьяная. Вот она, чувырла. Че ты сидишь? Что с тобой делать-то? Что с тобой делать? Ребенок сидит, иди рентген делай. Руки поломаны у нас. Выйди. Ну тут не с кем общаться, это просто зомби. Я не знаю, кому это позвонить. Да не здравоохранение, вон я начальнику ей это сказал, доктору. Вообще оборзело. Ну о чем сделает?